Всем привет! Меня зовут Доминика, и сегодня мы вышли на улицы города, чтобы спросить у прохожих, что они выберут – год без интернета или год на необитаемом острове. Погнали! Это почти идентично. Не знаю, такие сложные вопросы нельзя задавать. Наверное, на необитаемом острове. Без интернета. А ты? На необитаемом острове. Год без интернета. Год на необитаемом острове. На обитаемом острове. Вот, именно я. Я и так живу без интернета. А на необитаемом острове? Не, не хочу на необитаемом острове. Без интернета. Год на необитаемом острове. Спасибо. А ты? То же самое. Без интернета я не хочу. Год без интернета. Год на необитаемом острове. А ты? Наверное, тоже. Год без интернета. Наверное, год без интернета. А ты? Год без интернета. А ты? Год без интернета тоже. Год без интернета. А ты? Скорее всего, тоже. Год без интернета. Год без интернета. Без интернета, наверное. Наверное, год без интернета. Чтобы нигде его не было и было бы нормально.